Добрый вечер. Сейчас я хочу сделать небольшой анонс следующему моему курсу. Курс называется, это опять из серии базовых навыков инфодайвера, чувствование, управление восприятием и состоянием. Это еще один тот самый краеугольный камень, который лежит в фундаменте любого инфодайвера, успешного инфодайвера, прошу заметить, да и любого человека, который собирается успешно заниматься самоизменением, самосовершенствованием, вот этими всеми штуками под названием «само». Что вообще для кого это, этот курс? Ну, скажу так. Туда может прийти любой, совершенно любой. И совершенно любой получит там результат. Вот совершенно, совершенно точно. В смысле, любой в каком смысле? В смысле в том, что занимался когда-то инфодайвингом или чем-то подобным, не занимался. Это вот по сути по своей не имеет значения. Заниматься будем 3 дня, и я с вас живых не слезу. Будет огромное количество практики. Огромное количество практики, будет много информации, будут техники и технологии, все это будет. Целых 3 вечера мы будем с вами погружаться, быть в состоянии здесь сейчас, чувствовать, открывать каналы восприятия, быть в состоянии и менять это состояние. Тема большая. Я постарался для вас сжать ее, собрать вещи, которые ну, работают, так скажем, на 100%. Знаете, мне даже слов нет, чтобы перечислить, что там только не будет. Но и этот курс будет очень полезен тем, кто уже имеет какие-то результаты в том же самом инфодайвинге. Почему? Потому что если у человека есть уже какие-то результаты, то вот в том, что будет завтра, послезавтра и в пятницу вечером, он найдет, откроет для себя новые слои восприятия пространства. Новые слои восприятия пространства. Для, так скажем, для новичков завтрашний курс это будет один из первых шагов становления в инфодайвинге. Для тех, кто уже имеет и уже работает в инфодайвинге каким-то образом, это будет курс открытия нового восприятия того пространства, того мира, в котором он находится. Вот такая вот интересная программа будет. Этот курс проходит не первый раз. И всегда, всегда, всегда было. На моей памяти нет человека, который бы сказал, что это ничего не дало. Но я прошу заметить вас. Этот курс будет поднимать блоки, ограничения, убеждения, которые мешают вам идти дальше, развиваться дальше. И вот с этими блоками будет сопротивление. И вот с этими блоками там же, на этом семинаре, мы будем работать. Приходите, приходите и получайте по полной вот этих всех самых классных плюшечек, которые только можно получить от нашего мироздания. Вот такая вот история. Жду вас завтра в 19 часов. Приходите. Не пожалеете. Совершенно точно не пожалеете.